Всем привет! Говорит GetFun, и я спешу вам сообщить, что модпак от моего канала уже обновился. В него вошли все те моды, к которым мы уже успели привыкнуть, но также были введены некоторые изменения, о которых я расскажу позже. Ссылка на модпак в описании видео. Качайте его с моего сайта, так я могу гарантировать его безопасность. Ну а теперь коротко о модах и нововведениях. Первый мод, он самый важный, это улучшенный прицел с засечками. С ним получится чуть проще оценивать упреждение для стрельбы, а также направление хода корабля. Кроме того, в сравнении со стандартным, он заметно шире, что наверняка понравится обладателям широкоформатных мониторов. Цветные иконки – это мод на уши команды, а также на список во время загрузки. Этот мод делит на цвета классы кораблей, но самое важное, что в нем отображена максимальная дальность хода торпед корабля, если торпеды на нем вообще есть. В бою это поможет оценить опасность торпедной атаки по вам. Облегченный док значительно ускорит загрузку порта за счет того, что в порту не останется ничего, кроме корабля. Прозрачная мини-карта – мод, который добавляет прозрачность карты, за счет чего визуально увеличивается боевой интерфейс. Прозрачную карту без проблем можно увеличивать на максимум, и мешаться она вам практически не будет. В модпак была введена возможность выбора степени прозрачности, потому можете поэкспериментировать. Лично я устанавливаю 50% карту. Ну и еще один из самых фановых модов – это лампочка «Ничего себе». Она заменяет стандартный восклицательный знак радиоперехвата на знакомый многим мем «Матрос ничего себе», который будет показывать вам табличку «Самолеты» или «Полундра», в зависимости от того, кто вас подсвечивает. Также в модпак добавилась возможность установить файл патч, который раньше удалялся вместе с модпаком, из-за чего игра переставала запускаться. Теперь эта проблема решена, потому когда вы решите удалить модпак, но я надеюсь, что вы решите его все же не удалять, вы сможете установить этот файлик и продолжить играть на чистом клиенте. Из модпака был удален мод на альтернативные боевые иконки с расширенной информацией, потому как эту возможность впилили в сам клиент игры. Вот и весь модпак, качайте его, не забудьте при установке указать путь к вашей игре и наслаждайтесь улучшенным боевым интерфейсом, который использую я и который показан в моих видео. Также большая благодарность авторам модов, чьи работы вошли в модпак, и также создателю модпака. Их ники указаны на последней странице установки. Кстати, если у вас есть предложение, какого мода не хватает в модпаке, пишите его в комментариях. Главное, чтобы все они были не запрещены администрацией проекта и действительно помогали в бою. На этом все. Всем пока-пока. 7 футов под келем и удачи вам! Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.